А вот на самой войне новые жертвы. На этой неделе погибла Сабина Галицкая, военная медсестра. Машину, в которой она ехала от мирных жителей, обстреляли боевики. Сабина была всеобщей любимицей наших военных на передовой. Они ее называли ласково – Красуня. Сегодня прощаться с Красуней. В Житомирское село приехали полсотни побратимов. Хоронили ее в камуфляже. Смерть Сабины затронула даже Америку. О невинной жертве войны. Игорь Левинок. Вот такой была Сабина Галицкая, голубоглазая, хрупкая девушка. В бригаде она служила санинструктором и была всеобщей любимицей. Кудряшке Сабине солдаты дали позывной «Красуня». Она была особистим прикладом, надихала людей, показувала, що і після цього спілкування з нею військовослужбовці виходили як після сповіді. В маленьком летнем домике в прифронтовом поселке Золотое девушка обустроила вот такой медпункт. Здесь принимала пациентов, порою здесь и жила. За помощью к ней обращались и военные, и гражданские. Она обеспечивала их полностью как медик, как лікар, полноценный, профессиональный працівник. Армейцы говорят, за два года на фронте Сабина повидала многое. Она рвалась на передовую, вывозила раненых бойцов, часто из-под обстрелов. На ее счету десятки спасенных жизней. Там дуже велика кількість. Я думаю, що ми так не порахуємо. Буквально недавно був випадок, що підбили автомобіль ГАЗ-66, і вона брала участь в евакуації поранених. Там було четверо поранених. Она любила жизнь. Даже зловещим картинкам придавала вот такое забавное содержание. Це вона вже своє художество доложила. Беда случилась на этой неделе. Сабина поехала на вызов к мирным жителям в Катериновку. Это село находится на линии соприкосновения. По дороге броневик, в котором ехала медик, обстреляли боевики из противотанкового комплекса. Взагалі не было никаких шансов. Вона ведь ничего не відчула. Бойцы говорят, дорогу, по которой ехала Сабина, оккупанты часто простреливают из пулеметов. Чтобы уберечь от пуль, санинструктора посадили в БРДМ. Надеялись быстро проскочить опасный участок. Когда уже все дізналися, уже вся остаточная информация, мы зібралися в этой комнате. Та что, хлопцы сидели, плакали. Сегодня Сабина Галицкая в последний раз в своем доме. Возле нее почти все родное село Бастова-Рудня. Проститься с ней пришли и люди из соседних поселков. Молодой красавицей тут гордились. Ночи. Ось брат позвонив. Він каже, Сабинки немає. Важливо те, що вона патріот України. Небайдужа була вона до чужого горя. Попрощаться з Сабиною приїхали полсотні побратимов. Ми любили її, так не уберегли. Вона от завжди рвалася сама, ну, просилася, ну, завжди була на, ну, в авангарді. У девушки была вторая ротация на фронте. Она служила в одной из наиболее героических бригад. Подразделение участвовало в боях за Марьинку и Красногоровку. По примеру старшей сестры, два месяца назад служить пошел ее 19-летний брат Павел. Пока они все не сгинуть, я спать спокойно не буду. Она же рятувала. Она же их не убивала, ничего. Она же их только рятувала. Боевые побратимы несут Сабину к храму. Дорогу усыпают цветами. Ее провожают всем селом. Не можешь смириться с такой трагедией. И держава не повинна смириться с тем, что гинут люди на сегодня. Такие молодые люди, которые имеют право жить, жить. На гибель молодой девушки-медика отреагировали даже в посольстве США. Американцы призывают Россию приказать боевикам немедленно прекратить огонь на Донбассе. Игорь Левинок, Геннадий Вивденко, Андрей Костюк, Алексей Шматов. Подробности недели. Телеканал «Интер».